Всех приветствую. Погода в Калининграде, конечно, оставляет желать лучшего. Все затопило. На полях болото, у людей во дворах болото. Вот так вот на градуснике дует ветер, порывы сильные, шторм, ураган. Копать не пойдет. Так, погода нам помешала сегодня собраться. Поэтому мы решили собраться в гараже. Я сейчас гоняю по магазам, покупаю продукты. Сейчас за дровишками съезжу, будет мангал. Приготовим на казане, накроем стол, проведем стрим. Стрим будет примерно 6 часов на канале Прусский Коп. Подписывайтесь, не пропустите. Я думаю, будет интересно. Будем пить чай, общаться, разговаривать. Примерно ориентировочно 7-8-9 часов где-то вот так вот проведем. Вечера. Как тут не пойми, что вообще идет, свечет. А мы едем в гараж жарить мясо и пробовать настроить стрим. Паш, поздороваюсь со всеми ребятами. Жень, давай потом поздороваемся. Будем розыгрыш первый. Юрий Башкиров, привет. Вячеславу Кудрявцеву тоже привет. PS Mobile, сынок, привет. Это я скинул? Ты что, сотку закинул? Да я сейчас посмотрю. У меня добрый хабар. Не, это не Володька. Не, добрый хабар, привет. Хабар или хабар, как правильно? Хабар. Хабар? Хабар. Хабар. Это как солит или солит? Солит, солит. Да кто как говорит? Ну как Фенинг вообще? Как Фининг? Фининг или Феник? А ты не замечал, что на монетах по-разному написано? Разные по-разному, разные. Да. Есть да. Феник. 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 Есть Фенинг. Да. Феник. То есть. Да мы бы подключили модем телефон. Да мы первый раз попробовали. Вот чисто собрались просто попробовать. Да, кстати, кто не знает, Пашка, это у него тоже есть YouTube-канал. Раскопки в русской Пруссии. Вот этих пацанов я знаю буквально 2 месяца. Я вообще думал, они мажоры какие-то. Мажоры? Да. Приехали тут с ноутбуком за 300 тысяч, да? Да, да, вот, за 300 тысяч. За 300 тысяч? 70. Ну, если пропадет, найдем. Я могу рассказать, как мы с Пашей познакомились. Мы смотрели также его ролик. Женя мне скидывает, смотри, говорит, серебра сколько накопал. А как это было? Что это, быдло какое-то? Быдло, да. Мы все думали, что что это, ну такой базар там у него прям такой, ух, басистый, да. И мы думали, что ну так, да, как-то. Мы не верили, что он серебро это таскает. А все, оказывается, потом познакомились на каком-то из копов. Баттл, коп-баттл у нас был. Хороший человек, все честно копает, ничего не подкидывает, ничего не подкладывает. Мы, кстати, тоже стараемся еще не подкладывать. Один раз подложили с Алиэкспресса монету. Ну, как хлама была. Нахейтились, блин, пипец. Френды получили за эту монету. Ну, мы сразу как бы написали, что это с Алиэкспресса за 300 рублей монета. Петровский. 258. За 258 петровский рубль. Ну, трандюлей получили, короче. Ну, ничего, мы готовы. Готовы ко всему. Сейчас там ребята еще готовят. Мясо уже приготовили, а мы, кстати, не дочекинили, да? Ну, вот так вот, целая коробочка. Не надо, Сарина. Я все не буду, капает конденсат. Будет выезды в плане веселых стартов. Будем собираться, наверное, 2 командами. Много команд сразу не будем собирать, потому что это начинается уже. Будем собираться, наверное, не знаю, посмотрим, там, раз... Вот 2 недели, раз в месяц, как получится. Жень, ну шампанское креветкам вообще просто. И будем проводить вот эти вот розыгрыши, команды 2-2, скорее всего. Ну там будем, допустим, 4 часа копаем. И уже по находкам, бальная система, все, как бы подумаем, как это все делать. Сделаем там, сколько команд наберется, 8-16, футбольную систему сделаем какую-нибудь. И за год призы, все это сделаем и думаем. Так что присоединяйтесь. В Телеграме есть группа. Белок. Уже? Ну попробуй. Ничего себе. До свидания. Какая диета? Пойду перекушу. Всю на диету.
еды. Блин, креветки вообще. Я не знал, что здесь будут креветки. Для меня это вообще сладкие. У нас просто такие. Сегодня праздник живота здесь. Начнем с креветок. Ну что, кто в... поучаствовать? Все, 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 сейчас разберемся, отправим людей. Все, я понял. Все, приняли, бюджет, давай. На информаху скинули, где покопать хорошо можно. Сейчас отправим группу в русский коп, которые дома сидят, они сейчас быстро копнут съездят. Там пишут, общайтесь вы с Пашем, с Пашей рыболов-копателем. Да? Общаемся, а что не общаться? Общаемся. Как мы можем не общаться, если мы живем в одном регионе? Ездили у вас, на коп. У вас батл был совместный. Да, ездили вместе, копали. А ты, кстати, можешь скинуть туда, наверное, этот ссылку, да, эту, где мы копали. Видео, как мы ездили с Пашей. Так, давай, что у нас? Поним. Коп – это всегда интересно. Согласны? Интересно тем, что не знаю, что найдешь. Ах ты! Да, мы просто мотоциклисты. Да, да. Женя водитель, а я пассажир. Очки светлые, да? Как анекдот, да? Тормози, у тебя рулит. О, ёпрст ты. Ладно, погнали. Генерал, так, неважно, есть же... О, зато седины не видно. Генерал нам... У него мотоциклетный, да? Да. Байкер он такие горит. Да. Может, у нас тоже... Гарда есть. А что полоса вот это означает у тебя, резинка? Это? Да. Да просто одел, чтобы... Просто одел. Это я откопал, когда мне было еще лет 15, наверное. Я его сам реставрировал, там, подшпаклевал, подкрасил там. От рюкзака там он подшлемник сделал. Вот здесь, на генерале. Чтобы на скутере гонять, на Bulk Motors. Читай. Генерал Грибальди, на Доме искусств не собирали людей, там всех в один мешок собирали. Ну, грубо говоря, да. Ну, сначала они делали вид там кисточками, что, ну, поднимали, а потом всех, грубо говоря, в один мешок засунули. Да ладно, представьте, вы здесь жили тысячи лет. Здесь кладбище на кладбище, везде здесь лежат люди, везде лежат кости. Люди умирали, людей хоронили. Да сиди там, стрим. Да, она тяжелая, ну, конечно. О, Влад! Донат! Я так понимаю, прилетел. Влад, если тот Влад, то спасибо тебе. А тут он написано, да? На новую катуху. Спасибо большое, спасибо. Тут можно так и подбавлять, смотреть. На новую катуху от Влада. Спасибо, Влад. Нет, ну потом не говорили, что мы там какие-то... СССРовские? Конечно. По-моему, она большая мне. Короче, как неудобно мне. Это не знаю, по-моему, не советская, это, по-моему, чехословацкая какая-то. Вот такое. Генерал Грибальди. Слушай, не любят по-разному. У тебя вот здесь. По немцу написано. Да, да, да. Руслана Хисамова, он заберет. А как мы Руслана Хисамова найдем? Я искал его. Его нигде нет, ни ВКонтакте, нигде. Все его поисковые движения, они все. Их это... не появлялись, он не появлялся ни ВКонтакте, нигде уже это года 3-4. Совесть. Да, совесть. Он нигде не появлялся. Я передавал туда за боевые заслуги. Угу. Влад, спасибо еще раз, да. Вот мы и стриманули. Парни домой поехали. Я вам пошел собаку выводить, уже время. Не знаю, ночь глубокая. Как бы метет у нас. Ну, отпишитесь, кто смотрел стрим. Понравилось, не понравилось. В дальнейшем у нас много идей, как бы, как провести следующий год. Сидели сегодня, обсуждали, конечно. Да, самая тема, когда вопросы задают, вопросы, ответы, это вообще обалденно. Вот. Всех с наступающим Новым годом. Подготовим мы в начале года новый стрим. Насчет копа я не знаю, уже, наверное, не получится копать. Но как бы наши каналы всегда рады вас видеть на стримах.